Приветствую вас на своем канале, и сегодня у нас герой дня на разборе вот такой вот невероятный красавчик Анториум кларинэвриум. Вот такие у него невероятные листья, такие вот сердечки. Если удастся показать. Это я его опрыскивала капельки. Не надо было. Вообще не очень он любит опрыскивание. И в принципе без него прекрасно обходится. Нет, не удается показать. Может быть на солнышке. У него очень красиво переливаются листики. Вот этот листик он разворачивался еще в магазине. И было два листа магазинных, они сейчас все отсохли. То есть он адаптируется к моим условиям, я так понимаю. Вот, у него очень жесткие листья. И это тот самый анториум с декоративными листиками, которые, если вы боитесь завести, вы можете заводить свободно. Это, наверное, самый неприхотливый анториум из всех декоративно-лиственных. Цветы у него не представляют особой красоты. Вот он у меня цветет. Он, знаете, какой цветун. Он один листик выпускает, следом выпускает цветок. Ну, вот это вот женский цветок. Он сначала покрыт капельками, как росы. Кстати, пахнет очень приятно, очень близко, если нюхать. И сейчас, вот я так понимаю, завязались на нем плоды. Единственное, непонятно откуда, потому что он сам не переопыляется. Откуда он опылился у меня, если только от других простых анториумов. Ну, в общем, это загадка. А это вот уже ягодки, семена. И я надеюсь их дождаться. Они вроде как должны покраснеть. Я попробую их посадить в качестве эксперимента. Так, что у нас по посадке, уходу, освещению? Этот анториум неприхотлив в плане освещения, то есть его не обязательно ставить на какое-то яркое окно, ну, вернее, даже не надо ставить, и скорее его можно поставить на северное окно, какое-то такое затененное окно, если вы на окнах любите выращивать. У меня он растет под электрической лампой, фитолампой, так ему достается освещение. Ну, где-то, наверное, ватт 15, может быть. Там дело в том, что у меня лампа, она на 4 рожка. Вставлю фотографию этой лампы, как выглядит, для того, чтобы вам было понятно. Хотя, вообще-то, нет, не хотелось мне вставлять. А, это надо монтировать ради 3 секунд, переделывать все видео. Ну, ладно, посмотрю, может, вставлю. Посажен он у меня в грунт, мой субстрат, который вы можете посмотреть в видео. Сейчас не буду заострять внимание, видео эти коротенькие про героя дня. У меня, как всегда, прозрачный стаканчик. Вот такие невероятно красивые корешки. И думаю, что уже, наверное, скоро надо будет его пересаживать. Посажен он у меня в орхидейный стакан, орхидейное кашпо для орхидей, оно без дырочек. При желании вы можете там, конечно, сделать дырочки или там другие какие-то. Мне очень нравится смотреть его корни как раз тут. Ну и вообще, как всегда, я люблю прозрачные кашпо. Вот такой вот красоту. Удобрять, так как я его купила, сразу пересадила. В свежем грунте я особо не удобряю. Но при желании можете для декоративно-лиственных использовать удобрения по вашей схеме, по какой вы привыкли. То есть, в принципе, ничего особенного. Так, что еще я не сказала? Ну, деток у меня от него пока еще не было. Будем ждать. Будем ждать следующих листочков красивых. Я надеюсь увидеть его с большим количеством листов.
Думаю, для этого надо будет его, наверное, все-таки правда пересадить больше. Тогда он листиков будет, скорее всего, больше давать. Но это не точно. Следите за моими видео, буду уже рассказывать про свой опыт выращивания этого цветочка. Задавайте, если я какие-то вопросы не осветила и остались у вас, задавайте, пожалуйста, в комментариях. Я всегда стараюсь с удовольствием отвечать. Вот такой вот красавец может быть у вас дома. Очень эффектный, взгляд притягивает невероятно. Также подписывайтесь на мой канал. Я стараюсь рассказывать очень много всего полезного, делиться, не скупиться на информацию, всю какую не забываю при записи своих видео. Я стараюсь вам рассказывать. Все, друзья, пока-пока. Ну вот лень матушка заставила меня снять. Чтобы не монтировать видео, я решила снять вам вот моя лампа на 4 рожка. Покупала я ее на Wildberries. Если нужно, пишите, я вам напишу ссылочку. Не ссылочку, или ссылочку. Я не помню, Wildberries, по-моему, ссылочку не дает, артикул напишу. Вот так вот ему, в принципе, он стоит у меня, получается, практически под 1,5 лампой. Ему хватает, ему хорошо. Вот. Ну, теперь точно пока.